Добрый день, дорогие друзья! С вами арт-галерея 4М, аукцион 4М, арт-куратор Алик Ветров. Мы продолжаем анонсировать картины, которые будут выставлены на благотворительном аукционе 8 июня 2019 года. Аукцион состоится в субботу, традиционный, 18:00. Благотворительный аукцион будет создан совместно с Союзом художников и Союзом журналистов, где все собранные средства пойдут в помощь творческим объединениям. Сегодня рядом со мной художница Лазарцева Лидия Викторовна. Работа на аукционе, которая будет представлена, называется «Гранаты». Работа создана в 2017 году. Бумага, акварель. По-мокрому размер работы 45 на 56 сантиметров. Лидия Викторовна, расскажите немножко о себе, как о художнике. Как давно вы занимаетесь творчеством? С какого года? Ну, с 73-го года поступив в художественное училище, я начала заниматься живописью. Художественное училище Грекова? Да, Грекова. Одесское художественное училище, не Грекова. На живописное отделение, поэтому занималась масляной живописью. Масляной живописью. После окончания? После окончания поступила в Московское высшее художественно-промышленное училище, бывшее Строгановское. Сейчас это промышленная академия имени графа Строганова. На отделение декоративно-прикладного искусства, керамическое. После окончания института поступила на работу в Одесское художественное училище. Вернулась в Орлепинаты на керамическое отделение. И с тех пор вы преподаете? И с тех пор, больше 30 лет, я здесь. Могу себе представить количество студентов, которые прошли через вас. Ну, может быть, даже не сильно много, потому что мы набираем небольшое количество студентов на наше отделение. Поэтому, с одной стороны, как бы много, а с другой стороны, ограниченное. Скажите, данная работа свойственна для вашего творчества, выполнена в авторской манере? Как вы вообще оцениваете свою работу с точки зрения творческого процесса? Ну, это одна из поисковых работ в моем творчестве. То есть это был эксперимент? Да. Я экспериментирую на бумаге разной плотности, экспериментирую над разными красками, там акварельными. Сейчас появилась, кстати, украинская фирма «Роса», я тоже там ее пробовала, экспериментировала. Вот. И техники различные, смешанные техники, но в основном по мокрому. Эта работа где-то выставлялась? Да, эта работа выставлялась на море акварели. В 2016 или 2017 году? В каком году? Пару лет назад. Это еще была на выставке в Одессе. В Одессе, да. Я помню. Еще была на выставке в Союзе художников тоже выставлена. Но выезжать она не выезжала, я как-то ее не выдавала на дальше украинские выставки. И после этого она попала в запасники Союза. Да, каким-то образом. И хорошо. У меня к вам тогда вопрос следующий. Сейчас чем вы занимаетесь? Проходят ли у вас сейчас какие-то выставки персональные? Персональные нет, но групповые. Планируется персональная выставка в ресторане «Александровский» в начале или в середине июня. Вот. Сейчас выставка идет в «Измаиле свет Божий Великдень», там есть моя работа. Есть работа в Киеве на мини-колор акварельная, которая будет тоже в середине июня открываться. Вот. Есть работы в Союзе художников, сейчас идет выставка декоративно-прикладная. Тоже там есть моя работа. Керамические. То есть для вас больше свойственно работать с керамикой, с прикладным творчеством? Да. Какие-то интересные проекты у вас сейчас выставочные, либо музейные в рамках училища есть? Вот, в училище у нас очень много проектов. У нас даже на сегодняшний день сейчас проходит большая выставка на главпочтампе. Если вы куда-нибудь зайдете, проходите мимо, зайдите. Она открыта целый день, с утра до вечера. Там много работ выставлено керамических, сделанных в давние года, на заводах, когда еще были предприятия фарфоро-фаянсовой промышленности. И современные уже, которые сделаны, да, в технике батик, там роспись. Ну и прочие керамические работы. А что-то со стеклом вы работаете? Да, и со стеклом, значит, у нас очень много работ сделано в технике витражного стекла. Это фойль с
Успеваешься? Остановитесь. Стоп, стоп, стоп. Да. Пауза. А теперь рассказывайте заново. О, в училище мы сейчас много работаем с витражным стеклом, делаем витражи и очень много мозаики из витражного стекла. И эти работы, они вот очень много места занимают на выставках, которые проходят в городе со студентами вместе. Вот такие работы недавно, буквально несколько дней назад, закрылась такая выставка молодых художников «Творческий актив золотого платана». Тоже на греческой 20 была. И там были вот работы в этой технике. Итак, дорогие друзья, я напоминаю о том, что благотворительный аукцион состоится 8 июня. До этого аукциона 30 мая по 7 июня будет проходить выставка. Выставка будет находиться здесь, в нашей галерее. Одесса, французский бульвар 33, киностудия. Более подробную информацию вы можете прочитать в описании. Указаны будут телефоны наших менеджеров для того, чтобы вы могли посетить ее. Большое спасибо всем. До новых встреч. С вами был Аркуратор Олег Ведов. Пока-пока.